Проблемы на ранних этапах горнодобывающих работ — это серьезные угрозы безопасности, которые снижают общую производительность. Поломка зубьев ковша, неэффективное проведение БВР, перегрузка или недогрузка самосвалов и слепые зоны приводят к опасным ситуациям и должны быть предотвращены. Чтобы устранить эти проблемы, Motion Metrics разработала эффективное решение для контроля работы мехлопат и экскаваторов. Представляем систему Shovel Metrics. Shovel Metrics выявляет износ и поломку зубьев ковшей, анализирует фрагментацию грансостава и полезную нагрузку, контролирует опасное сближение. Shovel Metrics в реальном времени выявляет поврежденные и отломленные зубья. Предотвращение простоя в дробилке может достигать миллионов долларов. Shovel Metrics контролирует степень износа зубьев и прогнозирует необходимость их замены. Все данные отправляются для анализа в облако Metrics Manager Pro. Shovel Metrics оценивает фрагментацию грансостава в ковше и направляет данные в Metrics Manager Pro. Это оптимизирует проведение БВР, что существенно экономит время и деньги. При использовании экскаваторов система Metrics Manager Pro точно взвешивает горную породу в каждом ковше, что оптимизирует загрузку самосвалов, повышая производительность. Технология предотвращения опасного сближения использует камеры и радары для контроля слепых зон, которые автоматически предупреждают и исключают опасность столкновения. Shovel Metrics — комплексное решение для контроля работы мехлопат и экскаваторов.